Так, здорово, дружище. Ну что, сегодня настал тот день, когда я прокачаю свою, скажем так, Розалюшечку. От тебя я попрошу несколько вещей. Просто поставь лайк, если ты не подписан, подпишись. И про колокольчик не забудь, потому что... Ну, видос, наверное, выйдет на полчаса. Я постараюсь все обрезать там как-нибудь, чтобы было поинтереснее. Там лишний фарминг вы не смотрели бы, да, ресурсов. Вот, но мне придется там только на запись этого видео потратить час, было бы все намного легче на стриме, вот, тем более с каким-нибудь донатиком, хотя какой там сейчас донат, ладно. Так, усаживайся поудобнее, наконец-то настало время прокачать Розалинду, я вот сидел такой думал, где же я ее буду использовать, я даже не определился, где я ее буду использовать. Что нам нужно сделать? Во-первых, нам нужно слить допа, в которого на самом деле вложено немало ресурсов. Мы сольем вот этого Ронина. И в кого мы сольем? А давай сольем мы... А мы сольем в другого Ронина. Че это? А че? Супер шаг. Сольем в другого Ронина. Так, улучшить навык. Хотя нет, здесь... А нету смысла, потому что он и так десятки. Десятки. Тогда вот в допа какого-то. Ну, чисто пофиг, какой доп. Окей, давай, хоп. Суем использовать. А у кого есть Розалинда, напишите в комментариях. Очень важно, где ее используете. Потому что я такой, ну да, забытая битва. На битве гильдий, да, некоторые используют, но что-то как-то стрёмно. Так, где еще? И вот, знаешь, вот такое вот у меня непонятное состояние. Сила у меня упала. Мы все видим, что теперь 496 тысяч силы. И, ну что, пришло время распаковывать эту дурочку, герой. Вот. Вот. Еще раз огромнейшее спасибо пацанам, кто поддержал и благодаря кому у меня... А, стой, я уже обосрался. Я такой, бля, куда пропала Розалинда? То я на полном серьезе, я сейчас чуть не наложил штаны. Такой думаю, нифига себе. Елочки ты палочки. Смотри, огнекрылов, да, прилетело. Могу теперь допов из огнекрылов делать. Вот зажрался просто пипец. И возвращаемся к тому, что да, Розалинда, скажем так, ну реально глупый шаг от разработчиков добавлять Розалинду за донат, потому что, в принципе, ну, как показало время, все-таки она недостойна быть акционным героем. Она достойна быть просто выбиваться за самоцвет. Понимаете, в чем прикол, в чем логика? Так, герой, распаковываем Розалинду. Сегодня потрачу свои последние синие кристаллы. А, так, и давай ей сразу, наверное, талант всунем. Ну, посмотрим. Хотя давай всунем талант, мы заодно там и увидим, вообще какой талант-то ей прилетел. А, так, и после того, как я прокачаю Розалинду, я уже смогу спокойно гнать силу во все тяжкие, скажем так. А, талантики, где вы? Они были до героев, да? Вот я, вот и дело, шара. Так, талантики... Священный огонь на нее буду ставить. Тут, знаешь, без лишних раздумываний, понтов. Специально священный огонь выбивался. Ой, я уже думал, на ней пятое выживание будет. Давай, заменяем. Можем сразу прокачать. Но только на восьмерку. На то, чтобы прокачать, скажем так, ее на девятку. У меня есть красные камни, но... Их не так, чтобы очень много. То есть у меня там 5 комплектов, и они пойдут на других героев. И об этом видео тоже запишу, ребят. Так, все. Смотри, я прокачиваю, а сила не растет. Знаете, почему сила не растет? Потому что Розалинда первого уровня. Ну что, полетели? Ух, после того, как прокачаю Розалинду, все книжки будут потрачены. Так, все книжечки будут потрачены. Так. Давай дальше, 118. Ну, надеюсь, что будет где-то 501 тысяча вместе с Розалиндой. Надеюсь, что будет где-то одна... Ну, блин, надежда умирает, последняя, я не знаю. Ну, 501 тысяча должна быть. Так, дальше. Ну, окей, давай. Так, вот эти книги... Слушай, ну это очень много уже идет. Я думаю, что и этих книг идет много. Давайте лучше тогда уже под вот эти вот тратить. 160-й. Так. 180-й. Выгоднее для меня было бы, ребята,
конечно же, брать и просто прокачивать ее, просто там, типа, подземками, там, волнами фигачить, и за счет этого получить, скажем так, в обраточку книжечки, которые пригодятся, но тут 40. Так, а тут сколько? Сейчас посмотрим. 23. Ну, этого, блин, недостаточно. Я думаю, даже нету смысла начинать. Нам надо, нам нужны значки почета. Значки почета. Давай вот сразу, я не знаю. Ну, там реально надо много. Давай вот так вот. 2 миллиона значков почета. Ну, здесь, конечно, сущие копейки. Ну, и теперь мы ее можем спокойно перевести. А, нет, не можем, потому что золота не хватает. Ну, окей, сейчас нафармлю. Так, ребятушки, нафармился золото, еще заодно начал квесты проходить. И заодно начал, ребят, прокачивать просвет. Ну что, усовершенствуем. Хопа, плюс 5. И сюда давайте одну вот эту книжечку. И теперь эволюция. Слушай, а сколько у меня этих камней? У меня их даже 6, смотри-ка. А я заранее не покупал. 20 тысяч кгшек пошли в дело. Успех. Замечательно. Ну и прокачиваем дальше, дамы и господа. Получить опыт. Так, зеленые книги. Окей. Ну все, в принципе, можно дальше вот эти книги тратить. Вот эти книги тратить. Просто без какой-либо экономии. Снова надо золото. Ну, я погнал. Подожди, сейчас просветик. О, силушка, чувствую, как силушка наливается на моем. Так, аккаунте. Продолжаем, дамы и господа. Так, что у нас тут? Оп, опачки. Дальше улучшаем, получить опыт. И, ой, ну нет, это дорого, ребят, это дорого. Давай вот так вот усовершенствовать. И тут нам надо 185, чтобы сделать, скажем так, ей вторую эволюцию. Ну, я считаю, ну, а, стой, ну, подожди, окей, получить опыт. Подожди, вот, даже вот так вот хватает. Смотри, можем вообще, вот, типа, как экономно делать. Вот давай, экономно. Есть. И теперь делаем вторую эволюцию, дамы и господа. Повторок нету, камушки есть, вторая эволюция. Па-бам! Перейти, куда перейти? Ого. Верхний клинок этот. Ага. Ага. Угу. Ладно. Так, что у нас тут? Ну, качаем дальше уровень, друзья. Получить опыт. Давай, 7 книжек. 19 книжек. Дальше немножко этих книг. А, все, закончилось. Ладно, ребят, пошли, что ли, потихонечку фармить. Так, просвет. А, просвет я сейчас не могу получить. Ну, ладно. Продолжаем, дамы и господа. Что тут у нас? Усовершенствовать. Окей. И 140-й. Давай, погнали. 9 книжек. Слушай, ну хотя у меня этих книг много. Чё тут расстраиваться? Так, и давай сразу 200-й. Вот так вот. Вот так вот. Па-бам! Так, все, она у нас теперь второй эволюции. И, скажем так, 200 уровня. Это радует. Дальше, что мы делаем? Что мы можем замутить? Прокачать ей умения, дамы и господа. Давай, получить опыт. Так, предметы. Вот это. Дальше, хопа, сразу 5 и 10. Вторую используем, 6 и 10, 7 и 10, 8 и 10, 9 и 10,
Ну. Так. 9 и 10. Так. 10 и 10. Ну давай, погнали. Сразу сила херак плюс 877. Ну, в принципе, мы догнали нашу силу, которая была. Но на этом еще, ребятушки, не все. На этом не все. Чем мы дальше займемся? Созвездие с чарами или, к примеру, прокачка до 12 уровня. Давай, давай, давай прокачка до 12 уровня. Снова золото закончилось. Ай, жестко-то. А, подожди-ка, у нас просветик, ребятки, стоит. Ну-ка. Давай, 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 давай. 97-й прокачали. Погнали дальше фармить. Так, ребятушки, возвращаемся. Наша мега-супер прокачка. Пупер, давай дальше. Камушков не хватает. Слушай, давайте запомним. У меня 266 тысяч кулаков. Эх, сейчас, конечно, жалко будет. А почему камушки закончились? Потому что давно я не участвовал в пирате. А сейчас есть, интересно, пират? Нету пирата. Ну ладно. Давай. Давай, давай, друзья. Да и сейчас, блин, наш пират уже доисторический. Там награды не меняются. Уже не так интересно, как раньше. Получить опыт, подожди. А, судьба. Камушки, да, 4800 улетает. 4800. Еще 4800. Итого уже почти 9. Так, 5400. Уже примерно 15. Золота не хватает. А мы еще даже до 20 уровня не докачали. Но зато сейчас у нас будет просветик на максимуме. Так, все, мы достигли соточки. Сколько у нас здесь осталось? 6 миллионов. Ладно, полетели дальше, дамы и господа. Так, я уже немножко даже устал прокачивать ее, но мы продолжаем, дамы и господа. Так. Вот теперь нужна повтор. Смотри, блин, как не хватает, да, ресурсиков? А, это ж сколько кулаков-то вылетает, елки-палки. Вот когда вводили эту судьбу, сказал бы мне кто-то, что я вот так вот на изи буду просто эти кулаки тратить. Ладно, и... Так, надо эти камушки купить. Давай, покупаем. Вот так вот. И погнали. Она у нас теперь 11 и 11. Идем дальше, прокачиваем. Так, скоро значки почета закончатся. Еще 6000 кулаков. Еще 6000 кулаков. Жесть. Так, а вот и значки почета закончились. Ну, это не беда. Это не беда, дамы и господа. Потому что мы пилоты. Так, давай продадим где-то. Не знаю. Давай 20 продадим, окей? Окей. Нам не впадло. Ну-ка. Есть. Так, судьба. Улучшить. Блин. Не знаю, как вам, а мне вот нравится смотреть на прокачечку. Есть. Ну все, сейчас она у нас будет 12 и 12, дамы и господа. А, так, у меня вот чего в достатке, так это красных камней. 11 тысяч кулаков. Плюс еще, смотри. 3000. Па-бам! Так, замечательно. Смотри, она у нас второй эволюции. А 12-12, восьмой священный огонь. Но это пока что еще, ребят, не все. Нужно еще прокачать ей судьбу. И у нас на самом деле уже 201 тысяча 200 силушка. Это тоже, я считаю, неплохо. Так, тут у нас что? Ну, тут мы сейчас по-быстрому закончим. Смотри, оп, изи. Так. 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 И давай. А, все, квесты все прошел. Ладно. Так, пошли из созвездия качать. Я не знаю, я и, наверное, сначала на уклон на ролю посмотрю. Потом, если что, подумаю, ребят, на стриме переролю. Потому что я пока на самом деле. Я что-то думал, думал, потом думаю. Ай. Пень. Так, давай. Окей. Назад. Использовать назад, назад, улучшить, улучшить, улучшить. Так, снова не хватает. Окей, назад, назад, назад. Слушай, не хватает что-то. Ну давай вот так вот.
Окей. Назад, назад, улучшить. Все, теперь аугментация, дамы и господа. И снова нужно тратить кулачки. 3000 кулачков. Есть. Окей. Аугментировать. Плюс 145 силы. Хорошо, что у нас тут по созвездиям? Ну, может быть, знаете, как я сделаю? Наверное, часть я буду ставить точность, часть уклон, может быть, так. Созвездие поменять. Можем пока что вот так вот на первое время сделать. Ну, полетели. Ну, давай пока точность составим. Атака. Не то. Не то. Просто хочу немножко самоцветов сэкономить. Еще одна точность. У нас тут сейчас... Что, на зло только точность соберется? Если будет только одна точность, то Розалинда, боюсь, что будет очень так серьезненько падать. Я думал, что как обычно выпадает уклонение, а точности вообще не будет падать. Ну-ка. Так, нет, все не то. Так, все не то. Все не то. Идем дальше. Еще одна точность, ты посмотри. Ну ладно, как бы, пофигу. На первое время, дальше будем думать. Я посмотрю, поспрашиваю других ребят, у кого как прокачана Розалинда, и если что, потом изменю. Зато смотри, как недорого получилось. И это закон подлости. Когда ты ждешь больше уклон, будет падать точность. Ну, я, вот я о чем, ребята, вам говорю. Посмотри, сколько точности выпало. А уклоны вообще нифига не падали. Вот просто вообще нифига не падали. Так, теперь что у нас тут? Поменять. У нас тут 55 коробок. Давайте несколько коробок откроем. Я думаю, что нету смысла. Нету смысла. Я хочу раскаленный доспех. Вот что хочу. И смотри, коробки коробками, да, а пятерочки не падают. Ослепляющий удар. Пиромаг. Хранитель леса уже третий раз падает. Давай еще несколько коробок используем. Недомогание, ну, блин, нафиг, не хочу. Конечно, тоже хорошая чара, но нет. Ни одного раскаленного доспеха. Вот зато недомогание падает. Передача энергии. Да, дай ты раскаленный доспех. Проклятое поле, ну... Нет. 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 Ну, хотя надо было смотреть, допустим, это кто у нас? Трифид. Ну, нет, на Трифиде пускай остается. Пиромаг. Тут с недомоганием. Ну ладно, пускай бегает. А, так. Мне интересный четверг. Ну тут недомогание оставлю. Победный выпад я оставлю. Пускай ослепляющий удар будет. Даже на самом деле поменять. А, ну вот можно на Тессу. Надо было на самом деле пятерки, да, все-таки искать, где четверки. Что-то я туплю. Так. Хотел уже давно остановиться, но что-то не могу. Победный выпад увеличивает атаку на 16. Давайте остановимся. Потом, не знаю, или в отдельном видосе паролем, или еще что-нибудь придумаем. Вот. А сейчас, я пока даже не знаю, я еще даже не думал, как ее собирать. Ну, давай ей какого-нибудь питомца всунем. Ну, давай ангелочка. Руны, 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 руны. Что у нас получается? 284 тысячи. 9 атака.
Руны, что у меня тут из свободного есть? Можно выживание всунуть. Слушай, давай посмотрим, как она будет себя вести с выживанием. Ставим ее на таблетку. Розалиндочка. И смотри, 501 739. 501 739, дамы и господа. И попробуем именно не в рейде. В рейде-то понятно, там всех убьет, нагнет. А на какого-то топа нападем. Спиноза. Она хоть как-то продержится. С точностью-то, а? Загрызут, не загрызут. Видишь? Это был бугимен. Это был бугимен. Все-таки мне кажется, что ей нужно ловить уклон. Вот, вы тоже, ребят, напишите, что вы думаете по этому поводу. Вот, потому что думаю, что буду перероливать. Так, давай еще раз. На топчика какого-то. Джоу Банана. Тут тоже серьезный парень. Так. Серьезный парень. А, бугимен вроде не стоит. Ну, давай. Ну, тут есть... тут есть Фрэнки. Ну, лупит. Ну и давай наша традиция, ребята. Наша традиция. Так, идем. Жестокая. Ну-ка. Ну, тут я думаю, что у нее проблем не должно быть. Давай, дурочка, пошла. Слушай, при том, что у нее на урон ничего не стоит. Она, блин, ну как бы урончик-то наносит по башенкам. Идет так, ей там, не знаю, ей там пятую ремку, допустим, включить. Давай пятую, точнее восьмую ремку ей сейчас сунем и попробуем на топ какого-то пойти. Чтобы она там включилась по красоте. Я не помню, есть у нее там автопрок, нету? Нет. Смотри, как она зачищает. Не, ну слушай, красивая анимация. Хотелось бы на нее скин получить, но видно, не судьба. Просто они даже до нее дойти не успевают. Красотулька какая. Красотулечка. И мега-дракона уже давно нету. Так, давай с Фениксом мы снимаем ремку. Так. С Феникса снимаем ремку. Розалинда снять. Восьмую ремку ставим. Ну, все-таки я остаюсь при своем мнении, что это не тот герой, который должен был быть всунут в акции с донат. Его должны, должны иметь все возможности ее сразу выбить. Так, ну давай. Ну, видишь, пока она дойдет, ее, как и Феникса, могут долбануть. Да, с восьмой ремочкой, посмотри, она поинтереснее стоит, у нее сразу там защита включается, вся хурма, при том, что у нее уклона нету, она даже вот, что-то как-то получалось у нее танкануть. Ну, 23% набило. 23%. Давай-ка дальше. Happy Dead, давай Happy Dead. Хэппи-хэппи дед. Посмотрим, доживет она? Нет, она не доживет ее. Молчанка. Фрейп. Слушай, ну она включилась. У нее автопрок получается. Обо что-то это включилось. Ладно, друзья, не буду затягивать это видео. Огромнейшее спасибо вам за то, что вы смотрели. Пишите, выпустите отдельное видео по роллингу чар или не выпустить. Вот, вам же пожелаю огромнейшей удачи и всем пока!